осенью даже у ванилы фрайс, смотрите, вот эти бусинки в середине, поздней осенью. Их не было летом в жару. Это новые какие-то соцветия. Вот вышли веточки. Это у нас ванила фрайс. И тоже вы можете сказать, вот бусинки розовые. Удивительные все-таки эти гортензии. Это ванила фрайс. Вот темно-темно-розовый цвет. Красный он не превращается. Он темно-розовый, где-то грязно-розовый, можно сказать. Это ванила фрайс.